Это косметика в первую очередь для клиентки. Я здесь не буду отталкиваться от возраста сознательно. Для той клиентки, для которой очень важно жить осознанно. Ей важно понимать, из чего средство состоит, как оно работает. Важно, чтобы упаковка была перерабатываемая. Это такое осознанное отношение ко всему. Что ты на себя наносишь, как ты живешь, что ты ешь. Дистиллери – это алхимия. Ты можешь смешивать эти средства и почувствовать себя настоящей волшебницей, нанося на свою кожу именно то, что тебе необходимо сейчас. Например, ты хотела бы добавить коже сияние, или увлажнить ее, или защитить ее от солнца, если ты собираешься на море. Вот дистиллери – это про то, что ты выбираешь то, что нужно тебе сейчас.